Всем привет! Сегодня у нас для вас хорошая новость. Начиная с релиза 3.15, наше бесплатное Android-приложение 1С мобильная касса поддерживает удаленную фискализацию с сервисом Atoll Online. Да! На самом деле, удаленная фискализация, ну то есть удаленная печать чеков, при доставке заказов курьерами или при оплате покупок в интернет-магазинах была доступна в 1С мобильная касса и ранее. Для этого 1С мобильную кассу нужно было подключить к облачной программе 1С касса. Так зачем же понадобился еще один способ? Давайте попробуем разобраться, когда выгоднее работать по старой схеме, а когда через сервис Atoll Online. С вами канал Справочное бюро предпринимателя, сейчас все расскажем. Итак, предположим, что у вас уже есть свой офлайн-магазин или небольшая пиццерия. Ну а там, как и требует закон, уже стоит кассовый аппарат, зарегистрированный в налоговой и уже с установленным фискальным накопителем. Все как и полагается. И вот вы решили нанять пару курьеров, чтобы развозить заказы вашим покупателям. Во сколько это вам обойдется? Для начала вам понадобится облачное приложение 1С касса. Тариф расширенный за 600 рублей в месяц. Именно он позволяет вам работать с заказами. И этот тариф уже позволяет подключить один кассовый аппарат. Тот самый, который уже стоит в вашей торговой точке. И именно на нем вы будете обслуживать своих покупателей. И на нем же удаленно будут печататься чеки ваших курьеров. Курьерам бесплатно на смартфоны вы можете поставить нашу программу 1С мобильная касса из Google Play. Но вот чтобы подключить эти рабочие места курьеров к облачному приложению 1С касса, к нему придется докупить тариф «Дополнительная касса» на каждое такое подключение. Он стоит 200 рублей в месяц. Общие расходы на двух курьеров составят 1000 рублей в месяц, на трех – 1200, на четырех – 1400 и так далее. Работа 7 курьеров обойдется вам в 2000 рублей в месяц. Запомним эту цифру. А если бы вы в той же самой ситуации использовали сервис Atoll Online? Давайте посчитаем. Здесь приложение 1С касса в облаке вам использовать уже не обязательно. Подойдет любая локальная и даже базовая программа 1С для товарного учета. Локальная программа 1С для ПК, 1С розница, 1С УНФ, 1С управление торговлей или даже 1С бухгалтерия. Скорее всего, такая программа у вас уже есть. Ведь как-то же вы ведете свой учет в вашем офлайн-магазине. Ее обмен с бесплатными приложениями 1С мобильная касса на смартфонах ваших курьеров можно настроить через Яндекс.Диск. Это совсем просто. И платить за подключение ничего не нужно. Но зато нужно оплачивать стоимость сервиса Atoll Online. Тут тариф на момент записи этого видео начинается от 1700 рублей в месяц. Плюс еще нужно купить фискальный накопитель, начиная от 375 рублей в расчете на месяц. Ну и еще услуги оператора фискальных данных. В общем, ежемесячные расходы составят более 2000 рублей. Зато курьеров может быть сколько угодно. Выходит, что если у вас в магазине уже есть кассовый аппарат, а число курьеров меньше 7, то выгоднее использовать функцию удаленной фискализации чеков через облачное приложение 1С касса. Ну а если курьеров 10 или больше, то тут однозначно выигрывает сервис Atoll Online. Ну а если офлайн магазина нет и вся торговля только через курьеров? В случае использования сервиса Atoll Online ничего не поменяется. В расчете на месяц получится все те же 2000 рублей с хвостиком. А вот при использовании удаленной фискализации через приложение 1С касса к расчетам придется добавить стоимость покупки самого недорогого кассового аппарата. Года 3-то он прослужит, скорее всего. И фискального накопителя на 36 месяцев. Так просто дешевле. Обойдется вам это удовольствие тысяч в 20-25, никак не меньше. В расчете на месяц это выйдет около 600 рублей. Плюс 600 рублей за тариф расширенный и плюс 200 рублей за каждое подключаемое рабочее место курьера.
В итоге на одного курьера каждый месяц выйдет не менее чем 1400 рублей. На двух 1600, на четырех 2000. Получается, что если обычного офлайн-магазина и кассового аппарата у вас нет, то выгода использования сервиса Atoll Online начинается примерно с 5 работающих курьеров. Вот такая вот простая математика. Только обратите внимание, что цены, которые мы сейчас использовали в расчетах, актуальны на июнь 2022 года. А в дальнейшем они могут меняться. Так что, прежде чем принимать решение, уточните стоимость действующих тарифов 1С-кассы и сервиса Atoll Online. Но в любом случае мы уверены, что вы сможете выбрать самый выгодный вариант для себя. Ведь выбор у вас теперь есть. А это самое главное. Ну что ж, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Ну и конечно, пишите комментарии под видео, мы их обязательно прочитаем. И обязательно на них ответим. Увидимся!